Всем привет на 282-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру I Wanna Kill the Camellia 2. У нас 3 босса из 4 босс раша пройдены. Осталось Нуэ. Да, ее правильно читать Нуэ. Нуэ ее зовут. Это мид-босс из Экстра Тохо 13. Буэ. Ну, я тоже такая ассоциация была, но тем не менее. Так. Забыл автохоткей включить. Так, все. Оу! А чё она так? Боролась, что ли? Привет, Пророк, Just Observer, P2, Владислав и Hey HP. И да, смотрите, на Destination я потратил 11 часов 51 минуту, на Crimson 11 часов 59 минут, а на Gravity Man 11 часов 42 минуты. Все-таки я Gravity Man убивал меньше, чем Crimson и Destination. Ну что ж, поехали. Нуэ. Итак, ближайшая задача у нас увидеть третью фазу. Первые две фазы я на ютапчике глянул, ничего для себя нового не узнал и не увидел. Привет, Михаил, привет, Сейдер. Ну, просто метрит, чувак, там. И что? Ну оно вообще зажимает что-то жестко. Привет, хип. Так, ну во времени мы не ограничены, так что могу хоть полдня уворачиваться перед тем, как нанести урон. Вчера Гантриггер мне продемонстрировал этого босса, мид-босса, собственно, в Экстре 13 Тохо, причем он даже прошел ее. У нее там довольно интересные атаки. Интересно, эти атаки здесь реализованы? Вот вторая атака, вот которая вторая фаза, да? Она там, да, есть. Это действительно ее атака из Тохо. Пашина в оригинальный Тохо там тоже такие красные шарики пускает. И примерно в таком же стиле все. Ну, правда, музыки там такой нету, там музыка с уровня играет, так как это мид-босс. И музыка там не такая. А эта музыка, я не знаю, кстати, откуда взята. Ну, из Тохо какой-то вроде. Но мне кажется, не из этой, не из 13-й. Привет, Фёрст! Да ладно, ну
лол. Вторая атака какая-то пока вообще абсолютно непонятная, нечитабельная, абсолютно нечитабельная. Я не понимаю просто. Я тупо не понимаю. Блин, ну это вот я сейчас-то явно ошибся. Да, убил вчера. Зря так, конечно, в угол себя загнал немного. Главное у стены справа тоже не стоять сильно, потому что я же не вижу, что там вылетает. Блин, ну тут я что-то. И да, я мне вначале показалось, что синяя это у нее шарфик такой, а это у нее типа такие крылья. Одно крыло типа там три красных фиговины. Второе крыло, три синих других фиговины. Ну такое она. Ну типа это ее не настоящий облик, и никто не знает ее настоящий облик или что-то такое. Ну вы знаете эти только сюжеты. А если не знаете, то вам повезло. Блин, надо было там резко рывок делать вверх. Ну знаешь, как бы Just Observer, я не думал, что у нее может быть крылья разного фазной формы. Это ж такая асимметрия, ну лол. Блин, ну это жестко. Что ж такое?
представляю, если потные такие первые две атаки, первые две спелл-карты, то, блин, как же там на третьей потеть? А их же там по-любому даже, я думаю, что-то кажется, их там не три, может даже не четыре. А. Ну я же не анимешник, обсервер. Не шарю. Cheer up superpower. It's spell card name. Ну, тоха не аниме, но нарисовано в стиле аниме персонажа. И к тому же тут речь про другой немножко шла, ну ладно. I can't read the symbols. Кстати, не знаю, как кстати, иероглиф это по-английски? Привет, Фрейтак. Ну, один. Да что ж такое-то? Вот это жесть. Разве? Серьезно? HP. Серьезно? Иероглиф по-английски иероглиф? Подожди, это не иероглифы? Это алфавит? Подожди. Да ладно. У корейцев их символы это алфавит, да нет, что ты о чем ты говоришь? Тахота в Боше? Не, подожди, в Боше не было Тахоте. А, или ты про это? Ну это не Боше, ну я понял тебя. Ну это примерно как аниме, как тоха аниме, так и это больше. Ну так, блин, так, разница в том, что из алфавита, в алфавите из символов составляют слова. А иероглифы, каждый иероглиф уже имеет значение. Ну, как правило, слово там, ну, с оговорками, да? Понятно, пророк. Ты что, спишь и видишь, как убить полковника?
Ну то есть корейский это не набор иероглифов, это алфавит, да? То есть сильно ограниченный набор символов, да? То есть их там не сотни, не тысячи, а ну, типа десятки, да? И из них слова составляются, так что ли? То есть реально алфавит, да, именно. Вот, слушай, я вот это сейчас для меня это открытие. Я думал, что у них как в китайском и в японском, то есть именно огромный набор иероглифов, а не алфавит. Привет, Альзорка. Ну я понял, то есть есть своя специфика, но все-таки это в большей степени как бы алфавит именно. Привет, Торыч. Да, я не знал. Ну, я не знаю, по крайней мере, как в корейском, но в японском всегда L как R читается. Да ладно, в Северной Корее отличается язык? Серьезно? За 50 лет отличается язык? Что-то я в этом сомневаюсь. Они же были одним государством меньше века назад. Одним народом. Одной культурой. Пока не произошла корейская война. Ну, нет, можно, ну, just observe, но я понимаю, что можно, но все-таки это о другом речь немного. Но я понял, это примерно, наверное, ну, такая, типа, может быть, не совсем точная, но аналогия, что, типа, в СССР, да, все говорили на русском, но также, ну, разные народы и свой язык тоже знали. А потом начали, когда отделились, начали мову впихивать там, да, и так далее. Ну, я понял. Ну, я не знаю, но как бы южные корейцы любят троллить северных, очень сильно любят троллить, поэтому... Я бы не стал бы, честно говоря, южнокорейцам доверять в плане информации про северных корейцев. Протестанты? В смысле протестанты? А против чего они протестуют? Или ты про религию протестанства? Я не понял. Да я не спрашиваю, это твое дело. Абсолютно. Ну тут, не, так видишь,
Just Observer, это вообще другое дело. Это вообще другое дело, потому что каталонцы это другой народ, да? И он. Они в одном государстве, но народа два. Ну, типа как вот у нас татары есть, да, в России. Мы в одном государстве, да, но народы все-таки это разные, разный народ. А корейцы это наоборот. Вообще два государства, а народ один. Да с какие, не знаю, если честно, хочу эту Нуэ побить хорошенько. Ты Винков хочешь постримить, да? Это уже, знаешь, спахивает на провокацию. Я не буду это комментировать. Ну так уже более понятно, да. Так уже более понятно. Ну то есть это диалект, скажем так, да? Разные диалекты. По какому принципу они движутся? Просто по какому нахрен принципу они движутся? Абсолютно случайно, что ли? Как это, как там, как его там? Броуманцевское, да, по-моему, случайное движение, или как-то где там, в биологии или в химии, не помню. В химии, по-моему, да? Забыл фамилию, короче, чувака. Ну, короче, когда абсолютно случайно, типа, движется все. Прошел совпадение и просто вошел в шип. Не, ну еще часа три точно буду стримить. Часа три точно. Броуновская, да. Я ж только начал. Стрим идет 30 минут.
Не, вряд ли я этого босса буду меньше 10 часов убивать. Так что... Пока я хотя бы не пойму вторую фазу вообще, да, мы ни о чем не говорим. А сколько там фаз, я вообще не знаю. И я говорю, скорее всего, вряд ли их там... Три. Я думаю, их штук... 4-5, может даже 6, хрен знает. Есть. Эх ты ж. Ну, уже что-то. Почти даже третью фазу пережил. Да, это из Тоха 13 экстра. Мид-босс. Привет, Шупуп. Да, пророку все изи. Пророку все изи. Это ж давно известно. Ну явно, значит, не три фазы, точно не три фазы. Видите, какая третья простая. Куда проще, чем вторая. Третья абсолютно читабельная фаза, абсолютно читабельная фаза. В отличие от второй. Привет, Стаб. О, Тор, ну ты медленный. В августе вышла 15-я Тоха, я ее прошел уже. Сразу после релиза. Прогресс, вот только что, если ты не видел, когда карты летели, это третья была фаза, и я до нее впервые дошел. Так если тебе не изи, зачем тогда ты говоришь, что что-то изи? Откуда ты знаешь, как бы, насколько это тяжело другим людям, которые проходят? Ты за них говоришь, что это изи? Да, я вспомнил, Тор, ты же даже специально на стримы не ходил по 15 Тоху, потому что ты сам хотел ее пройти. Привет, Элис. Да дурацкая фаза. Жесть. Ну, они случайное движение. Через определенные промежутки времени рандомное направление у них выдается. Ну, в смысле, направление вверх-вниз. А горизонтальная скорость постоянная. Все, по-моему, легко. Легко, в смысле, понять, как они движутся, но так как это понимание приводит к тому, что они рандомные. Ну, в смысле, криво сказал фразу, но вы поняли, да? То, короче, сама фаза нелегкая. Выстрели ты в нее. Выстрелил. Так давай, пройди, Тор, на стрим. Сразу говорю, будет сложно, она сложная. Ну как бы она... Ну там, с чекпоинтами, но зато жесть. Атаки, пот, пипец пот.
чекпоинты, но зато от чекпоинта до чекпоинта дойти порой вообще жесть, вот. Как бы есть чекпоинты, это не значит, что легко. Да нет, зачем? Страты? Нет, зато я тебе могу сюжет рассказать. Когда я проходил, мне на обомнение весь сюжет рассказал досконально, в мельчайших подробностях. Я его до сих пор помню. Я до сих пор помню сюжет. Хорошо довольно помню. Могу предсказать. Но не буду. Да. Так он же ради сюжета ждал 15-ю тофу. Он, я имею в виду, напомнение. А, она влево полетела? Лол, увидели? Она влево полетела. А я думал, у них постоянная скорость направо. Нет, она влево полетела, лол. Так скачай русскую версию. Ну, точнее, с репозитория. Я тебе, если хочешь, потом расскажу, как локализацию сделать. Там это не, немного не очевидно. Но норм. Не сложно вообще. Не сложно, но просто не очевидно так, может быть, на первый взгляд. Там репозиторий такой. Или может ты в курсе, хрен знает, по-моему нет. Хай, Бланка. Вот, то, что вы сейчас видели с этими картами, это, ну, пока максимальная атака, которую я видел. Правда, в первый раз я ее почти прошел, а сейчас мало успел. Хреновый рандом какой-то выпал. Давай. Пиши. Пиши, Тор, желательно пиши мне ВКонтакте. У меня скайп вылетает, я не всегда скайп читаю. Оп. ВКонтакте я тебе 100% отвечу. В скайпе, ну такое, не факт. Снап выпендривается. Ну, типа такой. Ну, мы же в русскоязычном чате. Чё это я буду с иностранцами здороваться на английском? Привет, Зара. Не-не-не, Снап, ничего, ничего, все хорошо.
Да, вот вторая фаза. Движение этих шариков случайное. Привет, Айвейк. Нет, это тот торовский язык. Я, например, все понял, что там написано. Я уже Тора знаю 3 года. Сколько, кстати, 3 или даже 4 года? Охренеть. 4 года. Да нет, стоп, я говорю, все в порядке. Ну просто, ну все равно же выпендриваешься. Ну, ты же можешь по-английски писать, я знаю. А, если придешь в англоязычный чат, там по-русски не могут писать. Они тупо не знают. Но я против ничего не имею. Если тебе так нравится... 4 года я учил торовский язык. Итак, а зачем ты учила корейский язык? Ну, если, конечно, это не секрет. Не что-то личное. Блин, чуть-чуть не прочитал. Первое, грамматика доставок, второе, орфография доставок. Ну да. Нет, я не был знаком до стримов, но я начал смотреть с 2012 года. На, Бланка. You don't hear that. I say other word. Он еще и не знает, что это. Я бы не стал раскидываться словами на незнакомом языке, если бы не знал значения. Но только объясняйте, ну, без мата, да, если что. Ну, как бы, ну, я его не буду банить, но просто потому, что он, ну, видите, он не знает, да, что это, ну, как-то. Ну, то есть, он же и правила у меня на русском написаны, ну, ладно. Но вы только там сдерживаетесь.
потом ты транслитом также напиши, чтобы сказать, про какое слово речь идет. Да нет, пророк, не по смыслу, а потому, когда его используют, похоже, похоже. Ну согласись, если не брать именно изначальное значение этого слова, да, ну ты понимаешь, а именно как ругательство, то примерно это одно и как раз таки похоже. Вторая фаза вообще не поддается. Вот куда? Ну блин, такое. Английский, думаешь, он английский знает? Хотя за последние годы такое ощущение, что чуть-чуть все-таки словарный запас поднабрал. Вот последние я стримы какие-то видел и кое-что понимал в английских текстах. Для меня было удивлением. Ну вот это вот что такое вообще? Законно? Ну... Ну, Тор, я уже тебе много раз говорил, тебе кажется, твой текст понятен только из-за того, что ты изначально знаешь его смысл. И ты, когда читаешь, ты как бы про себя интонации расставляешь, да? Но когда ты читаешь этот текст со стороны, то ты не знаешь интонации, и в итоге без знаков препинания это очень сложно понять. То есть это тебе, говорю, кажется, что это понятно, типа... Что ж такое, ну давай-ка
Попроще, рандом, не выпендривайся. Ну а что значит от судалова будет зависеть? А как делать, чтобы были? Как делать, чтобы были? Закончить стрим пораньше? Ну, я пока не готов. Ну, по крайней мере, сейчас точно нет. Ну, прям вот в эту минуту, да? Как только начал, свежий босс, сил полно. Ну вол, ну охренеть просто. Что-то я не могу наверх уйти. Ну лол, она вообще застряла меня. Зажала. Да лол, я думал, я перепрыгну эту пульку. Прикол в том, что здесь, короче, можно поставить кнопку стрельбы на кнопку прыжка. И будет вообще нормально. То есть, вот, смотрите. Если я буду одновременно нажимать, то есть у нее защита от спама очень сильная. А прыгаю я всегда, все время я прыгаю. Не бывает такого, чтобы я не прыгал, да? В итоге, как раз-таки будет нормально, если поставить на эту кнопку. Но, в принципе, мне не мешает особо спамить. Удачи, Торыч. Механики стрельбы. Как в третьей Камиле, что ли? А, ну это как в третьей Камиле, значит. Вроде бы по описанию похоже. То есть вначале тебе позволяет спамить, а потом, ну, как бы ты ни жало, оно стреляет не очень быстро.
Но если сделать передышку, то опять будет стрелять быстро. Ну, то есть смысла нету делать передышки или, ну, или дико спамить. Потому что передышка лишь компенсирует, ну, урон. Ну, ты понимаешь. То есть... То, что ты потом наспамишь, это то же самое, что если бы ты не делал передышку, но спамил бы медленно. Блин, да ладно, я... Да блин, что ж такое? Ну если так, но ну, если ты прям попадаешь турбо кнопкой, то да. Ну то есть типа передышки в моменты, когда ты турбо даже не можешь попасть, тогда да, выгодно, но это еще надо изловчиться. Третья фаза, конечно, выдает порой плохой рандом. Тяжело размиклить. То есть я даже хоть и прочитал, а ну, просто не вижу где. То есть вижу книгу. Гляжу в книгу, вижу фигу, да. Посмотрел я на эту атаку обширным взглядом. И ни хрена не понял, что делать. Ну не всегда, иногда просто я вижу, где надо, но не получается размиклить. Ну, например, слишком большой прыжочек нажал. Или не вовремя нажал. Но бывает, что просто тупо не знаю. Воу, сколько раз подряд я уже прошел вторую фазу? Везет? Ну вот это вот куда?
побежал. Такая статистика дохождения до третьей фазы мне нравится. Джордж. Блин, я случайно слишком глубоко упал, я не хотел так далеко падать. Просто чуть-чуть палец задержался, а скорость падения, это ускорение свободного падения неумолимо несет вниз. Беспощадно. Ой-ой-ой. Ну вот мы увидели четвертую фазу. Привет, Гейнстори. Угу. Смотрите, а она похоже, что она не рандомная, да? Или оно разлетается чуть рандомно все-таки? Окей.
Блин, ну хоть добил. Наконец-то я умер на второй фазе, серьезно. Welcome back. HP. Ну все, полоса удачи на второй фазе закончилась. Погнали фармить, погнали фармить. Ну что это? Блин, ну... Привет, Дмитрич, я не знаю, я доходил до четвертой. Я не знаю, сколько фаз. Я же себе не спойлерю заранее боссов-то. Вообще в игру. Ну, 4 это, знаешь, и уже норм. Но не может быть, я слишком мало в нее играю, не может быть, чтобы это последняя фаза уже доходила. Причем я этой последней фазе, считай, половину снес здоровья. Ну, в смысле, не последний, я. Ну, той, до которой доходил. Ну, поэтому я думаю, что там еще пачка фаз должна быть. Нет, смотри. То есть я, если я, допустим, за сегодняшний стрим так и не пройду четвертую фазу, да, то я посмотрю тактику на четвертую фазу, ну, где-то там на ютапчике и так далее. Это да. Но я не буду смотреть, какие там следующие атаки. Find My Destiny без спойлеров? Нормально. Я больше без спойлеров прошел. Я его на Бизыгай. И I wanna be the galaxy. И I wanna get wrecked. Кстати, по-моему, целиком, да? Или что-то я все-таки смотрел. По-моему, wrecked я
А, на Вректе я... в Ректе я только этот... Метеор Стрим, по-моему, полил. А, нет, и то, только из-за того, что я его раньше уже видел. Полную версию. А так, нет. Ну, единственное, что мне в чатике там порой подсказывали, на Кримсоне там подсказывали, но это такое, подсказки это не то же самое, что видео посмотреть. Блин. Не знаю, что за таймер, Шукуб. Я же говорил по поводу последнего босса. Ну, я поздравляю тебя с успехами, но... Ну, потому что голосование в чатике. Такое очень было странное голосование. Тебе не понять. Как и никому. Но оно было, и, короче, выиграли вначале Destination, потом Crimson, а потом уже чисто на Random Org я выбрал из двух оставшихся, выпал Gravity Man. Ну и теперь за одной оставшейся Nui я выбрал Nui. Четвертая фаза. Блин, пожадничал. Нахрена? Пророк, тебе, видимо, не судьба пройти этот экран. Начинает трясти. Ой, сочувствую. Я знаю, что это такое. Там дурак, что ли? Хорошо, он рандомил, а я слил просто так. Хрен знает, тут что-то на меня как-то зажало.
Куда? Ууу. Я не думал, что я выживу. Видите, кстати, то есть некоторые атаки просто начинаются, да, вот как первая, а некоторые с такой заставочкой, картинкой. Вот которая с картинкой, это спелл-карта. Как мне объяснил Термиан, ну, такой, короче, в чатике там у Гантриггера, то, что спелл-карта от неспелл-карты отличается тем, что неспелл-карта — это обычная атака, а спелл-карта, короче, это атака, от которой надо уворачиваться каким-то хитрожопым способом. Вот и все. Вроде бы так и выходит. То есть на не спелл-картах не надо думать, надо просто микрить. А на спелл-картах надо думать. Совсем. Ты четвертую атаку не видел, что ли? Ну блин, Game Story. Ты же вроде тут сидишь, ты не видел четвертую фазу? Я же до нее два раза доходил уже. Причем тут на рандоме? И это, скорее всего, не последняя фаза. Ну, иначе было бы слишком просто. Нет, четвертая фаза вообще, по-моему, не рандомная ни разу.
Вот четвертая фаза. Блин, почему они ниже пола находятся? Это такой бред. Как это сбило меня. Вы видите, да? Шарик лежит на полу, типа, а я падаю и могу ходить над ним. Но это бред. Это реально бред. Я думал, что он... Ну, что я упаду рядом с ним, он полетит. А я упал вот так, и он меня полетел. Что? Я не попал по кнопке. Представляете, я по дурацкому пластику клавиатуры щелкнул вместо кнопки. Бывает же такое. Я иногда перестаю прыгать, вы представляете? Я иногда просто перестаю прыгать, я не знаю, отключается мозг, хрен знает. Просто я перестаю прыгать. Finish? I don't know how many phases on this boss even.
I see only four paths. Хрена размикрил. Видели? Блин, это прикольно, конечно, забавно. Вот так микрить, мне нравится. Вторая фаза, конечно, доставляет все равно. Такая. Типа. На напряжении, знаете, так держит. Чуть-чуть в сторону не так пошел, и все. То есть нельзя просто взять и на расслабоне, да, это все проходить. Нужно потеть. Первую фазу можно на расслабоне. Третью, как ни странно, относительно тоже. Относительно. Просто там бывает плохой рандом, как бы. Но это не означает, что ты потеешь. А вот на второй что-то как-то плотно. Ну, иногда вот. Когда просто вообще пустота, да, на тебя идет, то, конечно, тут пофигу. Но это бывает редко. Типа сейчас вообще довольно свободно. Вот видели, вот сейчас меня она затравить хотела. Очень хотела затравить меня. Но не поддался я. Ничего, мы всего часик на этом боссе находимся, это так мало. Ничего страшного не происходит. Мы в пределах графика держимся вообще даже. Ну, то есть никак не опаздываем. На Boss Rush я отводил примерно 100 часов. Нам мы явно пройдем быстрее, чем за 100 часов. Потому что уже 3 босса из 4. Пройдены, а потратили мы сколько? Где-то 35 часов. На босс раш. Нет, это только начало, ну в смысле начало... чего, как бы, непонятно. Сочувствую, шупуп. Ну, то есть, в смысле, начало типа сложных вещей, ну да, но... Ну как начало? Уже середина. Но босс раш-то уже конец. Да нет, Дмитрич, ну такого не может быть. Ну не может быть, чтобы на 100 часов затралил. Ну серьезно. Ну то есть, как бы там... Я не крабил и там не расслабился, еще чего-то, но не может быть, чтобы он 100 часов занял. Вот, да, я даже не верю, что он 20 часов может занять. Конечно, при очень плохих обстоятельствах может быть, но что-то я даже не думаю. Yes, of course, clear, I wanna be the guy on medium mode.
Квентин. I wanna be the guy, have many jobs. But this game more serious and load hardest. Both of the games nice. And very well make it. Ну я понял, да, что сервер уже потом, что он именно имел в виду. Спасибо за подписку, Шуку. Донс, они сами разберутся, короче. Да, про итак, я тоже сижу об этом думаю. Sun Spike away dance, very nice, I like it, but very hard. Сейчас я... Не понимаю вопроса, если честно, немного. А, типа сколько клавиатур в неделю покупаешь? Only one keyboard. Microsoft Digital Media Keyboard.
Ата Collect Donations, он Razer Black Widow. Наверное, это неправильное слово, да, собирать по-другому там. Это собирать это как там какое-то эти бутылки собирать, это будет коллект, а это другое слово. Да, 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 Владислав, я понял. Не, я не против английский учить-то. Как бы, я даже рад, когда заходят и пишут по-английски, и мне приходится что-то говорить. Да, мне тяжело, я чувствую себя неловко очень, потому что, ну, вы видите, да, как я пытаюсь это говорить, смешно, наверное, выглядит ужасно. Но зато я все равно повышаю чуть-чуть уровень английского постепенно. Как бы это хорошо. Как ни крути, но английский знать надо в современном обществе. Если ты, конечно, не закрылся у себя в селе где-то там. Все-таки международный язык. Четвертая фаза. Как же первый раз у меня получилось хорошо? Наверное, я чуть раньше уходил. This is fourth phase, blue bullets, targeting on player. Что за слово такое? Хз, не переводит. С нидерландского это переводится как корм. Овер? Mm.
Да-да, снап, уже понял. Типа он думал, что третья фаза я прошел и все, босс пройден. Нет. Я уже третий раз дохожу до этой фазы. I agree, really fun boss. Interesting attacks. Не, мне правда нравится босс, я говорю, прикольно. Уворачиваться прикольно. Но это уж во всяком случае лучше, чем дурацкий Gravity Man. I think destination boss easiest boss on boss rush for me for now. Maybe Noe more easier. Да, босс хороший, атаки интересные. Ну да, Владислав, я именно так и сказал. Ну, мне нравится. Я серьезно, я сейчас без иронии говорю, мне нравится сейчас босс. Мне интересно играть. Too easy, no. Not easy. Kid version of K3. Привет, Данил, да, Грави прошел на прошлом стриме. I like K3 bosses, not all, but most. But it's really hard. My favorite boss, Cyber Area. Only some bosses on Hack It Save, Cyber, блин, как это произносится-то, ну короче,
И оно, колониал. Shine and Bright and Flanders Scarlet. I don't clear any stages. Вот Just Observer хорошо произносит полковника по-английски. Я не могу так. Я не понимаю как. Там они как даже букву, как будто R произносят. Но я не понимаю. А, так, да? On cyber my BB is attack after как бы это объяснить-то? Cyber have attack when bullets targeting on player. I throw this attack 2 times. Вот, я же говорю, там R откуда-то берется. Ну, мягкая, ну. Мягкую R русскоязычному человеку очень сложно сказать, согласитесь, без тренировки. У нас в русском языке R это твердая буква. Такая рычащая. Я не знаю, понял ли он, что я сказал. А я сейчас скину, короче, видосик и все. И дело с концом. Речевой аппарат заточен под инглиш? А как так? Почему? Ты много практиковался? Я тоже нит снаб. Очень нит. Ниде некуда. Картабина накладывается идеально. Ни хрена если у тебя читы. Подожди, какая картабина? Ты не картавишь. Я же тебя по скайпу слышал много раз. Ты не картавишь. Ну, либо так совсем-совсем незаметно, что я даже не понял. Обычно, когда человек сильно картавит, это невозможно не заметить, да? То есть это, ну, прям настолько бросается, хотел сказать, в глаза. Ну, ты понял. Режет слух. Ну, то есть я говорю, ну, какая-то, может, слабая степень картавости такая, что, ну, не режет слух. Но я лично как-то не обращал внимания. То есть, может быть, если вот ты скажешь то, что ты вот, я картавлю, а теперь послушай меня, да? Тогда, может быть, я да, скажу то, что там что-то есть. Но так как бы незаметно, если не думать об этом.
Хотел уже отпрыгивать, но не пошло. Все детство испортили. Паровозик тыр-тыр-тыр. Что там такой дефект речи? Сильный, что ли? У меня, кстати, раньше был дефект речи, я не мог букву R выговорить вообще. Но в раннем детстве, ну прям вообще в раннем, там лет 6. Потом избавился, не знаю как. Прокачался. Когда другие уже выговаривали, я еще не выговаривал вроде бы. Ну, короче, я помню просто этот момент. Я даже помню отличный момент, когда я впервые понял, как это сказать. И все. И с тех пор я всегда мог говорить R. Жесть. Нет, не водили к логопеду. Ну, я же помнил бы. Меня к окулисту водили. Не до логопеда было, поверь. Блин, ну затралила меня она. Мязга. Снап слой. Прости, я не могу это представить. Мне раньше казалось, что ты вообще, ну, как ты знаешь, грубиян, наоборот, то есть такой суровый. Ну, потому что ты всегда писал без смайлов и, ну, знаешь, такие сообщения, так, если сразу не распознать шутку, то такой, на грани обидного бывает. Но потом я понял, что ты постоянно троллируешь, постоянно просто. И я не могу теперь больше серьезно представить, что ты там реально злишься там.
Ой, выжил! Да ладно. Ну что это? Ну а куда я там должен был идти? Просто смайл это не только скобочки или улыбочка. Смайл может выражать разные эмоции. Ну, хоть и как бы я знаю, что дословно смайл переводится улыбка, да, но вы же понимаете, что это не об этом. Поэтому иногда говорят не смайл, а эмоции, emotions там. Словаре даже? Что? В смысле, в каком английском? Вот ведь троллячья атака, вот ведь троллячья атака. Так, не жадничаем. Так, я уже давно, как это сказать, ну не знаю, то есть я давно уже не замечал этого явления, что типа не ставишь скобочки, все думают, что грустишь. Ну, не, ну во-первых, я иногда ставлю, да, вообще разные смайлики, но как бы я раньше я тоже часто видел это явление, типа не поставил скобки, значит ты серьезен, да, но в последнее время я уже такого не замечал, видимо, мне кажется, люди отучились давно. Ну да, в английском-то слово селфи это прикольно, да, что оно есть. Но нахрен его в русский язык тянут, это вот меня раздражает, если честно, жутко. Маргариту, ну лол, она же вообще ни о чем. Там мяса даже нету. Да, себяшка. Я уже давно использую слово себяшка. Самое интересное, я не помню ни одного случая, чтобы меня не поняли. Блин. А, худеешь. Короче, надо смотреть видео по той атаке. Я из-за этого хочу уже закончить стрим, на самом деле. Потому что я хочу посмотреть уже видео, как ту атаку проходить.
четвертую фазу. Мне надо, наоборот, мяса побольше, много мяса, жрать мясо, жирное, сочное. Ночью ешь, ты специально, что ли? Ты не ешь днем мясо, потому что худеешь, и ешь мясо ночью. Да, именно метаболизм высокий не помогает, не помогает. Вообще никак. Зато вкусно. Зато вкусно. Как же это походить-то, ну лол. Я ходил в качалку, пророк. Ходил давно. Потом забил. О! Дефенди стримит головоломочку, я хочу посмотреть. The Witness, знаете такую? Чем-то напоминает The Talos Principle. Ну так, ну типа, тоже такое. Ходишь, такие головоломки прикольные. Ну, не знаю, короче, напоминает. Напоминает The Talos Principle. Хотя и, ну, механики другие абсолютно, но... Ну, не знаю, почему перестал. Лень. Нет времени. А как обычно это бывает. В общем, давайте на этом я стрим заканчиваю. Захостим Defender. Давайте посмотрите, советую эту головоломку, если вы не видели. Хоть она не сначала, но вы понимаете, там сюжета практически нету. Или даже его вообще там нету. Но я так и не понял. Поэтому абсолютно все равно сначала смотреть, не сначала. Это не имеет никакого значения. Все, давайте, я посмотрю в перерыве, ну как в перерыве, ну, между стримами эту атаку, как проходится. И надеюсь, на следующем стриме мы пройдем эту атаку и посмотрим, что там дальше. Всем пока.